Ребята, я вас очень сильно прошу. 25-й батальон, осталось 20 человек. Нужна помощь срочная. Кто может дозвониться до этого блядского правительства нашего? Скотины готовы! Да запомогите, Айдар! Дайте, выручите наших пацанов! Пацаны тут погибнут, как пушечное мясо. У каждого сейчас по две гранаты. Да сколько же это можно будет? Пожалуйста, их осталось 20, у меня сын там. У него ребенок маленький. Если боекомплекта ноль, они гранаты взяли в руки и держат. До каких это пор будет продолжаться? До каких пор наши пацаны будут гибнуть? Значит, если погибнут пацаны 25-го, підемо туда их. Усих візьмем. И не будет пощады ни одному. Мы вот этих, что стоят против нас, каждого в лицо знаем. Лучше ближе к теме. Пусть по возможности поднимут всех на уши. Поднимайте всех на уши. Чтобы правительство дало какую-то технику, какую-то БК, бля. Пусть ребят, пусть приказ. Есть наши батальоны, есть нацгвардия, которые там ближе. Пускай, они ждут приказа. Ждут приказа, пускай дадут приказ. Выход на помощь им. Один плюс один. Ребят, 20 человек их осталось. Что у нас творится? Киевская Русь погибает. Не будет батальона Киевская Русь. 20 человек тупо осталось. Все, пацаны тупо сдали уже. Без патронов. Без все, без патронов, без нахрена стоят. Пусть вытягивают из кокла, пацаны. Да дайте подкрепление какое-то, нацгвардию, там какой-то еще батальон. Пацаны тупо гибнут. Пацанов остались гранаты, больше ни хрена. Менты, вони стоят. Он, сколько их стоит. Бачите три машины идиотов там. Пускают туди оно стоять. Телефоны в них, я звоню на твой номер телефона. Ребята, всем просьба достучаться до нашего правительства. 25-й батальон, осталось 20 человек. 20 человек, помощи им нету. Пацаны взяли в руки гранаты. Что это творится?